Всем хашки, дорогие друзья, с вами Снука и Мася, и мы начинаем проходить Doom 3. Я сам захотел и хотел начать с поправления нашего главного героя. Doom 3 — наша легендарнейшая игра, блин. Марс-Сити, центр научной станции Объединенной аэрокосмической корпорации. Для регистрации проследуйте администратору. Ладно, сейчас нельзя драться. Всем на Марс, солдат. Окей. Ставь давай. На один из красных квадратов на полу. Я окей. Просканирую тебя. Это займет всего пару секунд. Окей, ушки, понял. Окей, начинаем. Ого. Пошевелись. Если будешь двигаться, сканирование займет больше времени. Ну вот, биоскан в норме. Можешь выходить. Да, детка. Я могу выходить. Давай, давай, быстрее. О, робот. Погнали, гоу-гоу-гоу. Так, смотрим видеоролик. Впервые здесь? Сумку оставь здесь. Ее отправят в казармы. Хорошо. Сначала сообщу тебе о главном. Это твой карманный компьютер. Без него тебя никуда не пустят. Когда тебе дадут допуск к охраняемым зонам, эта штука откроет замки. Это очень важно. Не потеряй. Так-так, сержант Келли требует немедленно явиться к нему. Отправляйся прямо в штаб десанта. Тебе туда. Сориентируешься. Да, вот наш КПК. С него можем... как это сказать? Мы можем находить коды для разных дверей, которые надо открыть. И там будут всякие тайники. Правление очень обеспокоено положением дел на станции. Вот как? Разве вы не понимаете, насколько важна наша работа? Понимаю, но я уполномочен провести полное расследование. Кто вас уполномочил? Правление? Что правление понимает в науке? Их интересуют только деньги. Все, что им нужно, это товар. Не волнуйтесь, они получат свой товар. Ценой скольких жизней? Скажите, доктор Битрукер, почему рабочие так взвинчены, жалуются, требуют перевода с Марса? Обычная профнепригодность и переутомление. Ничего особенного. Если бы мне дали больше денег и квалифицированного персонала, даже этих несчастных случаев удалось бы избежать. Боюсь, вы ничего не получите, пока мой доклад не ляжет на стол правления. Я требую права доступа везде, в том числе в Дельту. Надеюсь, с этим проблем не возникнет? Только если вы не будете путаться у меня под ногами, Свон. Вскоре здесь случится необычайное. Вот увидите. Пошли. Как мы видим, наш главный герой посматривал за их разговор. Ладно, погнали. Привет, брат. Кажется, я тебя раньше не видел. Ты должно быть из пополнения. Ну, я не знаю. Ага, я тоже видел. О. Китайоз. Да-да-да, я понял. Внимание, доктор Брэдд, вас ждут в службе жизнеобеспечения, кабинет 4А. Новое письмо. Ну вот мы потом почитаем. Ладно. Иди доложись сержанту Келли, он в штабе. Холмс. Холмс, ага, сейчас. О. Ладно. Ни хрена. Блин, жалко, что такого пулемета нельзя взять. Не торопился, солдат. Так, теперь о задании. Пропал ученый. Это не первый случай. Ты новичок, тебе и искать. Заодно и освоишься. Твоя задача проверить заброшенный центр связи. Говорят, он направлялся туда. Пройти в центр можно через подземный уровень Марс-Сити. Я запрограммировал робота. Он проводит тебя к лифту на подземный уровень. Надеюсь, хоть с роботом ты дорогу найдешь. Внизу у лифта пост охраны. Там тебе выдадут оружие. Когда найдешь ученого, просто приведи сюда. Живого и невредимого, понял? Свободен. Давайте. Иди, робот. Сидит за подтумленным роботом. Ладно. А то можно как-нибудь ходить, а не бегать? Внимание сотрудников корпорации. Оп-оп-оп-оп, хотите получать больше денег? Исследовательским лабораториям Дельта нужны добровольцы.
Вся информация у ваших менеджеров по кадрам. А что такое? Корпорация USC заботится о здоровье своих сотрудников. К вашим услугам самые квалифицированные врачи Солнечной системы. Подожди. Погнали. Да, да, я знаю. Все. Так. О, видите? Ой. Есть немножко ХП. Найдите КПК Адама Бернаша на кухню, чтобы открыть этот шкафчик. Значит, давайте попустим, не будем мы это. Я не хотел это делать. Ну, понятно, что он будет такой плохой тайничок, так что это не стоит даже открывать. Ой. Подвинемся дальше. Я не прошел игру, я только до половины где-то дошел. Все, я больше не играл, я уже после была жесть, мясо, я не смог. Ладно. Открывай быстрее дверь. Добро пожаловать в подземелье, солдат. Самое скучное место на Марсе. Одну минуту, я выдам тебе броню и пистолет, а то что это за солдат без оружия? Ну да. Вот твое барахло. Ого. Теперь ты готов к бою. Да. Я проверю радио. Охрана Марса. Проверка связи. Отлично. Прием нормальный. Значит, тебя направили в заброшенный центр связи. Это вниз по лестнице. А дальше все время прямо и наружу через шлюз. Придется немного пробежаться без воздуха, зато получишь шанс поближе познакомиться с Марсом. Окей, все в порядке. Ах да, вот еще что. Не путай штатских с мишенями. Они тут работают. А, ну да. Я помню такое дело. Даже этого делал. Ничем убивал рабочих и все. Ты ищешь ученых? Не, я не ищу. Чего ты там пустишь? Я бы тысячу раз. Так, давайте побежали. Немножко ускоримся. Тоже мне техники. У вас вообще хоть что-нибудь работает? Сэр, ученые требуют от оборудования слишком много. Да, я знаю. Это будем... Да, на F. Ой, господи. Так. А, ты тот новичок, который ищет старый центр связи? До него тебе придется топать по улице, так что не зевай. Придется пробежаться от шлюза до шлюза. А, не бойся, в твоем костюме неплохие запасы кислорода. Ладно.